Вопрос очень ответственный, поэтому я попросил бы повнимательнее включить в повестку дня освобождение от занимаемой должности руководителя управления образования города Тулы. Я поясню сейчас почему. Когда мы в мае месяце были в комбинате школьного питания в Заречье номер один и смотрели о том вандализме, который там произошел, мы видели разоренные предприятия, продукты питания тоннами куплены те, которыми нельзя кормить детей. И руководитель образования, управления образованием, что не знал об этих недостатках, почему нужен был приход депутатов? Первое. Второе. На заседании комиссии, руководитель контрольной комиссии Лешаков сказал о том, что год тому назад управление образования подписало все акты приемки детского сада в Криволучи на 7 миллионов рублей. Но работы на 7 миллионов рублей не сделаны. Что, руководитель управления образования города Тулы не знал? Поэтому предлагаю обратиться в исполнительную власть города Тулы об отстранении данного товарища от руководства управления образования, просить следственные органы и нашу комиссию контрольную города Тулы, чтобы провели доскональную, тотальную проверку этой организации. Я больше чем уверен, вскроется еще ряд недостатков. Поэтому я прошу, вопрос серьезный, ответственный, я прошу этот вопрос поставить в повестку дня. Первое. Освобождение руководителя управления образования от занимаемой должности. И второе. Обратиться в следственные органы и поручить контрольной комиссии нашей Тульской городской города Тулы провести тотальную, доскональную, глубокую проверку этой организации. Второй вопрос, который я бы хотел поставить на заседание нашей Тульской городской думы. У нас с вами есть мясокомбинат тульский. В одно прекрасное время работники мясокомбината пришли, а предприятие закрыто. 1200 человек в среднем каждому работнику должны 100 тысяч. В среднем. Но почему-то руководство мясокомбината уходит от ответственности. Поэтому есть предложение от нас, от нашей Думы, обратиться в межведомственную комиссию по погашению задолженности по заработной плате и контролю за поступлением в бюджет Тульской области, и в том числе и город Тула, так как предприятие находится на нашей территории, налоговых платежей. Мы с вами должны не только решать, кому разрешить арендовать помещение, на сколько лет. Мы призваны защищать людей, жителей города-героя Тулы. Поэтому обратиться от имени городской думы в эту межрегиональную комиссию, а потом провести слушание, чтобы народ видел и слышал, и знал, в кавычках, своих героев. А там люди не бедные, наверное, все получили, всю заработную плату. А рабочий класс оставили без средств существования. Поэтому вот эти два вопроса, уважаемые депутаты, я бы хотел получить от вас поддержки. Спасибо.